Сигнал поворота при маневре нужно показывать всегда, даже когда едешь на велосипеде. Теперь маленькие горожане будут учить правила дорожного движения на практике. Для этого родителям не придется вести своего ребенка на ближайший перекресток. Детские сады и школы сами позаботятся о том, чтобы дети научились правильно переходить дорогу и стали полноценными участниками дорожного движения. Уже с 5 лет ребята смогут посещать специальный методический центр по адресу Ленина, 37. 10 тысяч юных зауральцев в прошлом году уже прошли обучение. Сегодня, помимо 2 специально оборудованных классов, на базе центра открылся автогородок. По программе пришли на 2-ю неделю, снова делают заявку, снова приходят. Конечно, уйдет охват близлежащих образовательных учреждений. Проблема с подвозом детей, допустим, из Заозерного микрорайона, они тоже желали бы. Но проблема подвести дошкольников и младших школьников, вот это наша задача на будущее. Рост дорожно-транспортных происшествий с участниками увеличился. И в основном причина тому, это, конечно же, мы взрослые. Большинство происшествий, где пострадали дети, это когда дети являются пассажирами в автотранспорте. Не используется и игнорируется использование детских удерживающих устройств.